Ребята, а вы знали, что я добавляю самых активных подписчиков в друзья? Если ты хочешь оказаться в списке моих друзей, то все, что тебе надо сделать, это проявлять активность у меня на странице ВКонтакте, лайкать посты, оставлять комментарии и репостить эти же посты. Ну и в конце дождаться, пока я тебя добавлю. Так что, друг, я жду именно тебя и надеюсь, что ты зайдешь и подпишешься на мою страницу ВКонтакте. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Софлейзин Рекс, еще раз рубик, когда весь онлайн, это битва рандома. Да, друзья, всем привет. Ребята, сегодня в серии у нас 72 машины, соответственно, ребята, сегодня мы должны определить 3 машины с помощью рандома на 3 испытания. Соответственно, одна машина идет на одно испытание, после чего, как мы уже выбрали наши тачки, мы их быстро тюнингуем и проводим уже испытания, в ходе которых можно получить баллы. Ну а вы, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте сейчас комментарий и, ребят, давайте так, если вы сейчас это все сделайте, подпишитесь, поставьте лайк, оставьте комментарий, кто вы самые лучшие подписчики. Ну и давайте я вам даю на это все 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Поставили лайк, подписались на канал, оставили комментарий. Если да, то вы лучшие подписчики. А если нет, то быстрее ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а мы же начинаем. Друг, я знаю, что ты не подписан на мой канал, а ты знал, что таких, как ты, 87%, и это безумно много. С каждым днем это число увеличивается, и это надо как можно быстрее решать. Так что давай, поиграем с тобой в маленькую игру. Условия очень простые, и я надеюсь, что ты их сможешь выполнить. Если у тебя кнопка подписаться горит красным цветом, то быстрее тыкай на нее, чтобы она стала серой. А если еще лайк под видосом нажмешь и колокольчик поставишь, то ты автоматически выигрываешь и становишься самым крутым. Так что давай, братан, я верю именно в тебя и верю в то, что ты сможешь подписаться, поставить лайк и поставить колокольчик. Давай, братан, я верю именно в тебя. Ну что, ребят, ну вы просто посмотрите, сколько у нас тут тачек. Мы, в принципе, уже готовы определять с помощью рандома наши тачки, но перед этим мы скинемся на камень, чтобы бумага, чтобы да, определить, давай, кому Алиса будет первая определять тачку. Так, ну и, братан, давай, я уже, в принципе, написал, ты готов? Да. Раз, два, три, гоу, пау! Бумага, так, а... Блин, ну что-то... Бумага, капец, так, ладно, получается ничья, и давай еще раз. Раз, давай. Два, три, гоу! Камень! Да что за... Так, еще раз, раз. Стой, у меня тут телефон. Давай. Раз, два, три, гоу! Это... Нет, ты первый. Ладно, окей, братан. Ну, значит, нам в этом поможет, ребят, голосовой помощник Алиса. И прошу заметить, ребят, у нас тут 72 машины, за что уже нифига надо поставить себе, лайкусик, естественно. Да, это прям слушай, очень жестко. А какую машину бы ты хотел? Вот примерно. Я? Ну, блин, честно, я бы не знаю. Я бы хотел, наверное, тачку из Аренвар, там, суперкар. Да, давай, не какую тачку, а вот ну, номер. Какой бы хотел просто номер? Да. Угадай. Ну, допустим, 37. Я не 37? Знаю. Да, ну, просто... Давай я поставлю число 24. 24. Вот. Ну, ребята, поставьте вы тоже в комментариях, напишите в комментариях, какой сейчас, в принципе, номер выпадет Дани, да? И, блин, ну, давай. Алиса, назови число от 1 до 72. 21. Нет, 18. Нет, 13. 24. Число 27. Всё! О, близко. А стоп, а ты вначале не говорил 27? Да, не помню. Блин, я тоже, мне казалось, что ты реально сказал. Ну ладно, окей, я на монтаже посмотрю. И давай уже посчитаем. Так, получается, смотри, 18. Тут 18 тачек, да. И, в принципе, бежим уже дальше. Так, там 19, получается 20. Так, это 21, 22, 23, 24, 25, 20, так, это стоп. 19, потом у нас идет 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, братан. Ты это ламба. Это Ламборгини, да. Это родстер Ламборгини, блин, ну поздравляю тебя с суперкаром. И сейчас спасибо. Мне первая тачка. Ребята, кстати, напишите в комментариях, какое ваше любимое число. Потому что я думаю, то, что мне сейчас выпадет число 18, так это мое любимое число. 13. Или число 7. Так, что не пятница. Алиса, назови число от 1 до 72. Число 19. Нет! Братан, слушай, нет! Как проклятая! Ребята, просто жесть, просто реально жесть, это просто пипец. Царя возите, пошел нафиг, водите. Просто, ребята, что за бред, почему у меня такая тачка выпала? Ладно, окей, сейчас мы будем тебе, братан, на второе испытание давай, тачку искать. Давай. Так, ну слушай, мне кажется, что тебе выпадет число, ну, 53. Ага. Не знаю, просто, давай, как кажется. Давай. Угадай, ну говори. Давай, ну... Алиса, назови число от 1 до 72. 34, 26, 18. Выпало
число 56. Братан, о, я был близок, я да, был да, близок. Да, да, да. Так, получается, так, у нас там 36 тачек, так, идем назад. Так, получается, там 37-я, 38-я, 39-я, 30-я, 31-я, 32-я, 33-я, 34-я, 5-я, так, 35-я, 36-я, 37-я, 36+18. Так, так, ну, братан, так, это 54-я, 55-я, 50... Да ну на... Да нет, да ты почему? Чего? У тебя это хрень, ты чё, братан, ты офигел? О, дядька! Да ну, ребята, офигеть, да чё, почему мне так не везет? У меня просто развалюха какая-то, а у него тут уже Ламборгини, Феррари. Да, это очень жестко. Так, ладно. Капец, братан, ну второе мне уже число, мне вторую тачку. Ребята, блин, поддержите меня лайкосиком, мне выйдет что-то годненькое. Так, ладно, братан, как ты думаешь, что это за число будет? Сейчас скажу. Ну давай. 14. 14. Мне кажется, это... Или 42. Это, мне кажется, 70, братан. Так, ладно. Алиса, назови число от 1 до 72. 54, братан, так, получается, так, это значит 37, 38, так, 54, так, стой, давай я твои посчитаем, у тебя было число 56, так, это получается 55 и это, да вы чё, нормально, чё это такое? Это Стромер, братан, он стреляет, это достаточно прикольненько, но все равно, мне кажется, мне надо суперкар, потому что у меня эта развалюха, я просто не знаю, куда ее буду брать, это просто жесть. Ладно, давай, давай, так, третья тачка, и, знаете, ребят, мне кажется, то, что выпадет развалюха, допустим, ну, Лада там, да? Алиса, она завещала от 1 до 72. 44, 58, 62. Братан, это 27, которое было. Да. Так, ладно, еще раз, ребят, давайте. Алиса, назови число от 1 до 72. 6, братан, это шестерочка, okay. Такая твердая. И давай уже посмотрим, что там тебе выпало. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Чё это такое? What the fuck? Хана тебе. Нереально, ребята, сегодня хана. Либо мне что-то годненькое выпадает, не надо. Ой, как она быстрая. Капец, ребята, это просто жесть. Это реально просто жесть. И, блин, получается, сюда не сегодня вот такой вот набор. Да пошел ты нафиг. Так, ладно, окей, мне сейчас третья машина, ребята, и давайте уже. Алиса, назови число от 1 до 72. Какашка выпадет тебе сейчас. Это число 40, так, ладно, давайте посчитаем, так, получается, 18, так, там, 36-я тачка, это у нас 37-я, 38-я, 39-я, 40-я, нет, мне конец, мне реально конец, ребята, у меня сегодня, урус, просто жесть, ребята, реально жесть. Капец, ребят, ну, получается, давайте посмотрим наши наборы. У меня, значит, Ламборгини Урус, сегодня Стромберг. И вот такая вот развалюха. У Дани же вот такую Ламборгини. Да-да-да, потом Феррари. Феррари и, блин, просто монстр. Просто монстр. Просто монстр, да. Капец, ребята, это жесть. Это реально жесть. Напишите набор. Как вы думаете вообще в комментариях? Напишите, кто сегодня в серии выиграет. Потому что мне кажется, то, что сегодня в серии по-любому Даня выиграет с таким набором. Потому что у него набор реально жесткий. И давайте уже быстро прокачаем наши тачки и уже перейдем к испытаниям. Ну все, ребята, у нас уже первое испытание, это водное смой. Ребят, смотрите, нам надо столкнуть нашего оппонента воду с этого авианосца. И, ребята, он у нас, в принципе, последний остается на авианосце, получает свой первый балл. И, Дань, ты готов? Да. Раз, два, три, погнали. Ну, братан, честно, я бы мог, наверное, превратиться сразу в батискаф и прыгнуть в воду и просто уплыть от тебя. Но, братан, как ты сюда поместился? Как ты сюда поместился? Алло, я думал, ты сюда... Офигеть, капец. Так, ладно, давайте... Ты чё стреляешь? Ай, стой, нет! Бродяга. Так, так, как? Так, надо, да, блин, там, капец, ребят, как это против как него бороться? Это просто, мне кажется, нереально. Это нереальная битва, это неравная даже битва, я бы так сказал. Так, ну, братан, мы кругаля, как бы делаем с тобой. И да, ты... я не могу тебя догнать. Ты надоел мне. Да. А, нет, не надо, не трогай меня, пожалуйста. Братан, она очень тяжелая. Боже. Так, надо думать, ребят, надо думать. Включай. Надо думать. Включай. Плавать.
Ты первый! Ты первый, братан, упал! Ты первый, братан, упал! Значит, я получаю свой первый балл! Офигеть! Ну ты-то меня скинул, ну ты-то первый, воду, братан, друзья, упал! Вот напишите, мне кажется, я более прав. Я же его скинул. Нет, ребята. Я за ним упал. Братан, у нас напишите правило. Напишите в комментариях, кто из нас прав. Вот реально, окей, давайте, ребят, напишите в комментариях, кому баллы ты-то дать, потому что пока я что. Я же его скинул! Ну, братан, не знаю, ребята, напишите в комментариях. Напишите, ребята, в комментариях. Ну а мы же переходим ко второму раунду. Ну что, ребята, мы перешли к нашему второму раунду, и Дань, ты готов? Да. Раз, два, три, go, погнали, братан! Ну, давай, погнали. Давай, я тебя просто уничтожу, мне кажется, я тебя реально просто уничтожу, и... Он так, тихо, плохо. Это был байт, это реально был байт, и, ребят, куда просто, ты? Просто чекайте, ну, давай, Нет, давай, фух, успел. Ой, нет, мне кобза. Нет, не трогай меня. О, неплохо. Нет, это плохо, это реально плохо. Так, братан, я буду от тебя как бы прятаться, да? Ты там ушел. Ушел что? Нет, сюда. Нет. Тихо, аккуратно. А, кстати, он у тебя вроде бронебойный, да? Да, конечно, братан, конечно. Так, ладно, ну давай, иди-ка сюда, а? Ты лох, лошпен. Иди-ка сюда. А что ты не хочешь? Братан, чего ты не хочешь сюда идти? А что ты не хочешь? Не ну, в смысле, не Ой, дурак? Братан, долго там стоять будет. Да, долго. А чё, братан? Чуть-чуть подцепить тебе, всё. Нет! Вау, нет, да как ты проехал? Как ты проехал? Нет! Просто жесть, ребята, просто жесть. Ладно, Дань получает свой первый балл на счет 1-1. И давайте уже перейдем к третьему раунду. Ну что, ребята, мы уже перешли к нашему последнему жесткому раунду. И, Дань, ты готов? Да. Тогда давай, братан, жми на газ и погнали. Давай, так, ну давай, давай. Ушел. Нет, братан, не догонишь. Фух, нормально. Давайте, ребята. Ай, нет. Ты что, на меня? Как? Да на тебя. Так. Нет. Вау, неплохо было. Все так. Плохо, братан. Нет, для тебя нет, все плохо. Нет. Так, стой. Стою. Стою! Нет! Не трогай, стой! Дай мне, пожалуйста, шанс! Дай мне реально шанс, дай, пожалуй. Ну стою! Дай хотя бы я уеду. У! Неплохо! Нет! Нет! Превращайся назад! Нет! Она не превращается! Нет! Ладно, ребята, получается, Даня. Я сейчас еще оттуда спихну! Нет! Ушел отсюда! Знаешь, как монстр за тобой бежит. Ты вроде отделался, но вроде не совсем. Да, это жестко. Так, ладно, все, братан, я просто в режиме батискафу улетаю от тебя. И, ребята, давайте уже перейдем к нашему второму испытанию. На счет 2-1 в пользу задания. И давайте уже перейдем к нашему второму испытанию. Ну что, ребята, у нас уже второе испытание. Это у нас подъем на Чилиад. И, ребят, смотрите, нам надо подняться быстрее всех просто на эту огромнейшую гору Чилиад. И кто у нас, в принципе, первый поднимется, тот получит свой второй или же третий балл. И, Дань, ты готов? Да. Давай, погнали, братан. У меня, значит, Урус. И мне кажется, то, что я сегодня обязан просто победить на внедорожнике. Да, это просто жесть, ребят. Это реально какая-то жесть. Но я думаю, то, что Урус справится просто. Да, я выиграю, братан. Ты чё, я выиграю обязательно. Так, ну слушай, братан, пока что... Вау, я тебя даже перегнал. Перегнал. Братан, пока. Нормально, ничего так. Так, ладно, окей. Я сейчас, мне кажется, все же тебя догоню и просто накажу. Ой, там кто-то едет, там такой объезжает, там все кустики, там все такое. Ну, братан, едь. Я пока что там возьму финиш, возьму как бы, заберусь наверх. Бери, что хочешь, падай, бери, что хочешь, братан. Я не упаду, братан, потому что у меня сегодня Урус, у меня очень четкая тачка. И, честно, я бы, наверное, хотел себе Урус в реальной жизни, потому что он очень даже прикольненький и очень даже крутой. Это одна из самых неудачных тачек у Ламборджини. Ну, блин, братан, честно. Это внедорожная машина. Ну, это внедорожник. Но все равно, это очень круто, мне кажется, братан. Ребят, напишите тогда в комментариях, нравится ли вам Урус, потому что вот Дани, я так вижу, не нравится он. Если ну, бы это понятно была все. Марка, а не Ламборджини, вот тогда да. Ну, но, блин, но напишите ваше мнение в комментариях, потому что мне кажется, то, что Урус достаточно прикольная тачка и, ну, не совсем-то, ну, неудачная, мне кажется, да, потому что она достаточно прикольненькая и у каждого свой вкус, как говорится. Так, ладно, тем не менее, братан, я уже подъезжаю к самой горе. Ты далековато, ты вообще где? Я тебя даже не вижу, ты чё? Хотя нет, я вижу там вижу. Желтенькая маленькая.
маленькое желтенькое такое как пятнышко. Как ты переворачиваешься, как тебе на месте пошел не стоит. Пошел нафиг. Я реально переворачиваюсь. Какого хрена? Так, тихо, 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 малышка, малышка. Так, аккуратненько, так, все. Поехали, ребята. Все, так, забрался? И... Да, я, ну, нет, не забрался, но я хотя бы... перевернулся, это самое главное. Так, ладно. А тем не менее, я уже на колесах и готов просто рвать и метать. Так, ну, и... у меня машина заднеприводная, ее достаточно жестко заносит. Ну да, братан, ну у тебя спорткар. У тебя спорткар, братан, ну, и да, даже ну, суперкар. Да. Там вроде как родстер, это суперкар. Что такое? Знаешь, чем прикол? Ну что? Ты на финалочку оставил не очень хорошую машину. Ну, братан, лучше посмотрим, бы ты посмотрим. Оставил, у меня дороже бы ту взял. Братан, посмотрим, посмотрим. Обязательно, ребят, посмотрим, что из этого выйдет. Но, а я уже, тем не менее, беру финиш и ничего получаю свой второй балл. Ой-ой-ой, ну посмотрим, посмотрим. Ладно, давайте, уже прям не терпится начать гоночку. Тогда погнали нашему третьему испытанию. Ну что, ребята, у нас уже испытание, гоночка, и Даня, погнали! Погнали! Просто я тебя сегодня разнесу, знаешь почему? Потому что у меня очень крутая тачка, знаешь? И да, сразу ты не по правилам. В смысле не по... Я не срезаю, братан, это просто такая тачка, просто не завернула тачка, вот так можно сказать. Так, ладно, все, больше не срезаем, да, и, в принципе, едем только по правилам. Так, а ты где? Ты еще где? Я братан, тебя не я вижу даже на карте. Братан, а что тебя на карте-то нету даже, офигеть. А я не знаю. Лол, окей, ладно, окей. Тем не менее, ребята, у нас 3 км 60 метров остается. Ой. И... Тихо, 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 нет, братан, нет, врезался. Братан, я говорю, надо поаккуратнее. Ну я поаккуратнее еду, братан, так, и... Я тебе не... А, вот, и вот, и там такой маленький такой да, едешь. Да, так, да, да, слушай, да. Давайте о, посмотрим салончик. Ретро-салончик, капец. Ну, блин, такая старина, прям очень даже прикольненько. Ну, так, ну, ты еще где? А, нет! Нет, нет, нет! Нет! Так нечестно! Так нечестно было! Алло, чё, блин, трафик против меня! Так, у нас счет пока что 2-2, ребята, я напоминаю. И сейчас решится, кто заберет у нас последний третий балл. Так, и честно, я тебе скажу, тачка достаточно прикольненькая, она. Окей, ладно, окей, допустим, ты врезался. Так, ладно. Честно, тачка достаточно прикольненькая и ну, очень знаю, даже братан. Едет. Моя очень даже едет. Лучше, чем твоя, но ну, скажу сразу. Да. Она не для таких дорог, на не для таких едет. Дорог. Ну, у меня да, тоже да, да. Она достаточно дрифтовая, но сейчас будет знаю, жесть, братан. Сейчас будет жесть. Дрифтовая. Сейчас будет реально жесть. Знаешь почему? Потому что ты меня пихаешь, говнюк! Да блин! Нет! Да. Нет! Ай! Давай, давай, давай! Переворачивайся! Так, так, аккуратно, так, аккуратно. Хорошо. Так, знаешь, мафиози же раньше были в это время, когда эта тачка, да, была? А еще и... водители, чё, водили чё? Царей на таких машинах. Ага, а, ну я да, понял. Кого? Ты ушлепок, ушел нафиг. Ты водитель, пошел отсюда. Ой, мы человека сбили. Капец, так, ладно, окей, тем не менее, братан, нам немножечко остается, нам совсем чуть-чуть остается. Так, ушел, ушел, ушел. Тихо, нормально, нормально справляюсь. Нет! Холоп, ты, блин, да о, ничего себе, это было неплохо, это было неплохо. Так, ребят, километр остается, всего лишь-то ничего. Так, братан, ты куда едешь? Ты куда едешь? Ты куда поехал? Вау, тихо, ой, братан, ой, братан, ой, братан, нет! Нет, нет, нет! Чё за жесть? Чё за реально, ребята, жесть? Ай, ну, слушай, гонка нет. Была очень веселая, тебе скажу. Да, гонка реально была очень веселая, за ну, это короче, надо лайкусик поставить. Я финишировал, все. Все, ты да, ты финишировал, ну блин, ребят, получается, сегодня в серии мы с вами проигрываем, но ничего, ребята, страшного, повезет в следующий раз. Но сегодня рандом не на нашей стороне был, вообще счастье тоже, и в принципе, ребята, получается, на этом будем заканчивать уже этот данный видосик. Так что, если вам этот видос понравился, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте сейчас добрый креативный комментарий, подпишитесь на канал Red Fray, естественно, и, ребят, не забудьте поставить колокольчик, чтобы искать новенькие ежедневные видео. Ну а с вами был Фрейзин Red Fray, всем дальше. Всем пока, народ. Да, друзья, всем пока.